Основной недостаток всех войлоковалящиц – это то, что они отказываются от линий, отказываются от конструкции, отказываются от возможности подчинить шерсть своим лекалам, своим рисункам, своим значит, моделям. Они идут по пути наименьшего сопротивления, и у них получается творчество. А это, можно сказать, интерпретировать и как хаос. И с шерстью, и войлоковалянием можно добиться точных результатов. Вот к чему пришел бренд Abbott, и результат, который вы видите сегодня на лице, он кардинально отличается от классического результата войлоковалящиц. Могу сказать, что у Осетии на сегодняшний день есть продукт, в том числе и наш, которого нет нигде в мире. То есть у Осетии есть, что касается легкопромышленного или модного бизнеса, это мы назовем, или направлений, у нас есть такая фишка, которая можно похвастаться, ее нигде в мире нет. И этот продукт оценен и художниками, и искусствоведами, и производственниками, непосредственно там минпромовцами, например, федеральными, как продукт высочайшего уровня. Что касается художников, они понимают тоже, что в мире аналога нет. История осетинская настолько богата. У нашей молодежи, у людей деятельных есть столько материала в нашей истории, даже вот сегодня в параллельной нашей жизни, который может и продвигать республику, и сохранять ее вот эту мощнейшую историю. Все это можно развивать. У нас, например, сегодня уже задумка создать театр костюма, который может будет еще и демонстрировать ритуалы и так далее. Вот подобного материала в нашей истории, в нашей культуре традиционной есть колоссальное количество, и наша молодежь, ей есть всегда чем заняться. То есть надо просто внимательно вглядеться, опять-таки, да, без прошлого нет будущего, надо вглядеться в то, что нам дали наши предки –